независимой Эстонии поначалу имя Георга Отца было вычеркнуто, как и все, что было связано с советским периодом. Даже корабль, названный в честь певца после его смерти, был продан за границу. Однако, когда страсти улеглись, обнаружилось, что Георг Отц по-прежнему самый знаменитый в мире эстонец. О нем снова говорят, страна тоже поняла, наконец, что без прошлого нет будущего.